Добрый вечер, дамы и господа. И это видео я посвящаю слове или фразе, слове, такому слову, как миссия. Некоторые приходят ко мне на консультацию и выясняют, что такое миссия. Или некоторые хотят узнать, что такое предназначение, иногда связывая, склеивая это с миссией. Но я все-таки разделяю эти два понятия. Предназначение – это то, что связано с вами. Хотя да, можно обобщить, но все-таки миссией я называю работу с людьми, работа с все увеличивающимся количеством людей. А предназначение – это больше ваша личная деятельность, связанная с самосовершенствованием, хотя с отработкой кармы, с реализацией желаний своих. А миссия – это тоже реализация своих желаний, но связанных с большим количеством людей, с коллективом или с несколькими людьми как минимум. Миссия – это… Чаще всего миссия – это… Ну вот у Христа. Называют Христос – это мессия, да, слово мессия. Миссия – вроде там одна буква отличается. Это слова, наверное, означает одно и то же, или похожий смысл имеет, хотя, может быть, и разный, да. Но если вы обращаетесь ко мне, спрашиваете, как стать мессией, некоторые, да, именно за этим обращаются. Ну, больше людей спрашивают про миссию. Миссия – это я называю миссией реализацию ваших возможностей, связанных с другими людьми. Не с одним человеком чаще всего, а с коллективом каким-то. Это ваша трудовая деятельность, это ваша реализация творческая, это ваше выполнение каких-то действий, связанных с другими или с многими другими. Миссия – это коллективная работа. У меня так в образах. Да, это связано и с профессией, и с зарабатыванием денег, и с трудовой деятельностью. И как происходит консультация? Отдельный заказ стоит дороже, чтобы я без вашего участия просто взял вас и посмотрел, потому что мне на это много времени надо. Медитировать, входить в вас, чувствовать – это дороже стоит, намного дороже. Чем работа в скайпе, которая стоит 80 рублей в минуту или 4000 рублей, 4500 в час. Сегодня. И миссия. Я начинаю с вами дешевле в скайпе. Это как психоаналитическая работа. Мне проще и быстрее, и вам дешевле работать так, вот за эту цену. Мы начинаем разговаривать, я начинаю спрашивать, наводящие вопросы задавать, и так у меня начинает формироваться картина о том, кем вы намечали здесь быть, что делать, с какими людьми, как зарабатывать деньги, какие профессии осваивать или какую одну профессию проявлять, или несколько профессий, или что отрабатывать, зарабатывать, кем становиться, какие цели выбирать, намечать. Ух, у меня здесь сейчас вспышки. Вам в камеру отдано, вряд ли видно, если у вас нет многомерного видения. Хотя это ладно. Миссия. До миссии еще надо дойти, то есть самим себя усовершенствовать, то есть выяснить предназначение или выполнить предназначение, если вы уже сами знаете его, если вы стали совершенным во всем. До такой степени, что к вам стали подходить люди, к вам стали обращаться, а к вам тянутся люди без того, чтобы вы делали активную какую-то, без того, чтобы вы сами к ним подходили и что-то говорили, предлагали, когда они вас находят. Вы можете проявляться где-то в интернете, на разных сайтах, то есть вести дневник, блог, снимать себя на видео, там писать, или просто быть зарегистрированным в каком-то социальном сайте или на нескольких. Но миссия начинается с того момента, когда люди видят в вас свет или
опытность или интерес, и сами к вам обращаются. Не вы к ним, а они сами к вам. Вот это миссия. Когда вы к ним, то это я называю активным или агрессивным маркетингом. Это уже другое. Но когда люди сами чувствуют и притягиваются, и сами приходят к вам, и первые что-то говорят, первые спрашивают, заинтересовываются вами, первые совершают действия, вот тогда вы приближаетесь к миссии или становитесь миссией или мессией. Да, можно сказать, какой был таким, какой был Христос. Можно так сказать. Или вы приближаетесь к этому. Кстати, очень, хотя это такой условный тоже образ, но хороший пример. Хотя не только он. Мне нравится пример больше Сен-Жермен. Если вам интересно, можете посмотреть в интернете, как он осуществлял свою миссию. Когда вы усовершенствовали себя настолько во всех телах, сбалансировали, полностью выздоровели или на 99%, вы обеспечены, у вас достаток, у вас изобилие, у вас есть все, что вы желали, о чем мечтали, что намечали, что планировали, какие цели ставили, вы это осуществили, легче и проще всего, то есть вы выполнили свое предназначение, стали совершенством в этом мире. Вот чаще всего тогда или незадолго до этого момента люди начинают переходить к миссии, которую я сейчас и перешел. Хотя я бы не сказал, что я выздоровел на 99, на 100%. У меня на 99. И 9 десятых или сотых там. Потому что у меня есть еще ногти, не очень ровные, кое-где, на которых я тренируюсь, отрабатываю новые виды исцеления. Но это уже другая. То есть я генерирую энергию, смотрю, насколько они выравниваются и начинают исправляться. Потом отпускаю, перестаю это делать, и они возвращаются к прежнему, к прежней неровности. Вот несколько ногтей у меня, особенно один, не очень ровненькие. Это я знаю причину, я не исправляю ее, потому что мне надо на ком тренироваться, пока я один живу. То есть пока нет пациента, который всегда был бы болен или рядышком, то есть. Но я уже смело перешел к миссии. Это то, что я делаю. То, что я делаю для вас. Или для всех тех, кто притягивается к этим видео, кто один раз смотрит, 2, 10, 100, или все видео смотрит, или и консультируется у меня, и является постоянным клиентом, или кого я веду, или кого учу, кто является учеником моим, или кто партнером, сотрудником. И даже с мысли сошел. О чем я говорил? Как-то съехал. Надо, наверное, держаться. Сейчас попробуем быть миссия. Миссия у меня – это просвещение, это объяснение, это разговор на камеру, в реальности, по телефону, в скайпе, в многомерности, телепатически, во снах, через сны. Все больше людей потихонечку видят меня во снах, когда они пишут мне в личку или на стене. Так что лучше пишите на стене. Все, что без обмена, без денежного или бартерного, без взаимовыгодного, без того, что вы можете заинтересовать меня чем-то, все остальное пишите на стену. Это просьба к вам. На стену ВКонтакте. Там я прочитаю, не обязательно отвечу, но на некоторые могу ответить. Там вам могут ответить другие люди, которые учатся у меня, или такие приближаются ко мне, к моему мышлению или к моему пути. Или скинут вам то видео, которое ответит на ваш вопрос. Мое видео чаще всего. Сегодняшняя моя миссия – это объяснение, разъяснение, прояснение, перевод, перевод многомерных существ, перевод языка многомерности
перевод понятий многомерности, послание высших Я, передача, можно назвать не высшими, передача знаний и пониманий от других Я, от других Мы, передача и пример показывания, рассказывания образов, постулатов или стилей жизни четырех, пятимерных, шестимерных существ. Больше пяти, потому что мне там особо симпатично. Ну и четырех в большей степени тоже. Пяти, четырех. Шесть это еще рано нам шестимерных познавать. Моя миссия состоит сегодня в многомерном представлении о Вселенной, передающиеся через слова, хотя и в легком искажении, в изменении, потому что слово – это искаженная мысль, мысль – это искаженное чувство, чувство – искаженное ощущение и так дальше. Поэтому хоть как-то, примерными образами, примерными понятиями я доношу до вас или вдохновляю вас на новый смысл жизни, который является продолжением нашей эволюции, или примером своей эволюции, с которой вы берете самое лучшее, то, что, или то, что вам нравится. Остальное можете откидывать. Все, что я говорю, имеет значение для меня и для тех, кому это очень нравится или очень радует. Если вас что-то не радует из того, что я говорю, можете не обращать внимания. Это не для вас. Это для меня или для кого-то еще. Моя миссия условно в просвещении сегодня. Чем она или кем станет завтра, покажет завтра. Она слегка менялась на протяжении всей моей жизни или стала миссией в последнее время. На протяжении жизни у меня было предназначение, которое я и прорабатывал в себе. То есть становился тем, кем сейчас стал, это переросло в миссию. Хотя предназначение и миссия сейчас у меня совмещаются. Я продолжаю сам совершенствовать себя и от избытка удовольствия начинаю делиться этим с другими, с вами. А вот рассказал о себе как о примере миссии или мессии. Некоторые спрашивают, ты сравниваешь себя со Христом? Да кто ты такой? Он Бог, а ты там. Это ваше ограничение, если вы так думаете. Если вы думаете, что кто-то выше вас, что есть Бог, который выше вас. Да, может быть, в измерениях какие-то существа находятся условно выше. Но человек, воплощенный в физическом теле, это вы и есть, только выражающие другие аспекты, только реализующие то, хотя если вы других пытаетесь ограничить в том, кем они себя называют, или нет, я себя не называю, а с кем сравнивают. Я люблю сравнивать с разными личностями, очень интересными и яркими. Если вы не позволяете мне или другим сравнивать, это ваше ограничение. Хорошо себе ставить большие, крутые, гигантские, яркие планки, но если вы в этих планках пытаетесь ограничивать других, то в лучшем случае они на вас не станут обращать внимания. И это правильно. Поэтому становитесь мессиями и выполняйте свои миссии. Это так интересно. Это меняет жизнь и придает ей смысл настолько сильный, что продлевает эту самую жизнь до бесконечности. На этом я завершаю видео. До следующих встреч.